пап, я тебе забыл сказать. У нас с тобой сегодня сокращенное собрание в школе. В смысле? Как понять сокращенное? Я, ты и директор. Да Саня, ёкарный бабай! Мужики, хочу вас предупредить. Будьте осторожны. Участились случаи, когда красивые женщины приглашают мужчин домой и заставляют их крошить оливье на Новый год. Так куда иду? Жене подарок выбирать. Ха-ха, на Новый год. Ну что, он купил подарочек. Сейчас пойдем дарить. Таташа! На, с наступающим тебя. Зая, ну это шутка, что ли? Ну почему шутка-то? Чехол на Новый год. Чехол на Новый год? А что ты хотела? Не знаю. Так а что? Ну и чего? Он даже к моему телефону не подходит. Ты что купил-то? В смысле не подходит? На, померь. Ты... На, померь. Ты что, серьезно? Ну а что? Спасибо! Да тихо ты меня!